Здравствуйте. Поверьте, накипело. В одном из недавних выпусков мной была рассмотрена история об обрушении моста в Дубенском районе. Мост рухнул, несколько сел оказались изолированы от райцентра. В районе был введен режим ЧС. А рухнул он под одним из грузовиков, которые возят песок с частного карьера с очень большим перегрузом. Вот, казалось бы, в этой ситуации все яснее ясного. Понятна причина, известно виновный. Водитель большегруза, под которым обрушился мост, получил административный штраф. А теперь, внимание, его оштрафовали аж на целых 500 рублей. Вот так сумма. На эти деньги целых два моста теперь, наверное, построят. Ну, а если честно, может быть, оно и к лучшему, что штраф не такой большой. Ведь, по сути, водитель не так уж и виноват. Да, он, конечно, нарушил правила, выйдя на рейс с таким перегрузом. Но, как мне думается, это не от лучшей жизни. Он же не частным извозом занимался. Я его понимаю, но не оправдываю. А вот теперь другие цифры. На восстановление моста понадобится более 15 миллионов рублей. К тому же была сделана временная дорога стоимостью почти 4 миллиона рублей. Что имеем? Оштрафованный на 500 рублей водитель. Ну и как, хватит этой суммы, чтобы покрыть расходы? Ну так и это еще не все. Якобы транспортировка песка не прекратилась. Как утверждают местные жители, большегрузы продолжают возить песок по временной дороге, но только уже по ночам. Не уверен, что после просмотра данной программы у кого-то из них проснется совесть. Но и молчать тоже нельзя. Так хоть кто-то может обратить внимание на эту проблему. Ведь уже накипело.